Приветствую вас, друзья! Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка». А в гостях у нас сегодня певица Рита Маруна, известная вам как легендарная Маргарита Суханкина. Вот сейчас вот где-то, если афишу вы повесите «Ласковый май», кто-нибудь за билетами прибежит? Как вы думаете? Кто-то да. Юры нет. Ну, Шатунова нет, но все равно вот люди помнят, вот это Modern Talking, Мираж, это вот молодость, это вот эти какие-то ассоциации. Я думаю, что кто-то придет и на «Ласковый май» без Шатунова. У вас, кстати, есть, допустим, объяснение успеха Шатунова? Потому что вот про «Мираж» я читал многие. Вот говорят, действительно, ну там Суханкины вокал уникальный, неповторимый. Прямо, что, да. И что вот это вот... ну просто я вот всегда действительно завидовал вот людям. Вот одну, иногда бывает одна песня, знаете, вот «Yellow River», нет, у вас, бывает в истории, одну песню... На века. И все, вот это Yellow River. Уже никто не знает, что это за группа Кристи. Но... Или Венера, Shocking Blue. Да. Винес. Я знаю, что у них были другие песни, но... Вот есть это, какие-то, конечно, популярные. Вот уникальный вокал, допустим. А объясните мне, как профессионал, в чем успех «Ласкового мая»? Ну, у Юры Шатунова, вокала не было от слова совсем. Да, совсем, да. Так, да. В чем вот эта, как принято говорить, фишка, с вашей точки зрения? Я думаю, что... то это, ну, во-первых, какая-то ностальгия, так же, как с «Миражом» тоже. Потому тогда что почему они... Сейчас, да. Почему они тогда, вот в те же годы, сумели рвануть? А тогда, потому что дети, потому что он был такой же, как все, скажем так. То есть не «Звезды с неба», не какой-то выдающийся вокал, а именно такой же вот дворовый, как бы, да, угу. Мальчишка. И каждый из детей, вот эти тинейджеры, которые приходили на его концерт, угу. Там клянчили у родителей деньги, там и за любые, так сказать, деньги покупали билеты, и приходили, угу. И фанатели, девочки рыдающие. Угу. Ну, во-первых, девочки, это понятное дело, мальчик там на сцене такой, угу. Прям, потому что Юра был такой симпатичный, да, мальчик. Да, а потом он выступал вот, конечно, ну так, да, в да, общем-то. Да, секси еще, да, в майке, голая грудь, да, все это. Вот, и, конечно, все вот это вот, девчонки там все рыдающие, все нормально, вот. А мальчишки, потому что, ой, блин, а я тоже так смогу. Угу. То есть вот этот парень, который как бы и без родителей, и вот так вот получилось, что, так сказать, вот детский дом, и вот так вот раз, и на сцену. Я тоже так смогу, а почему нет? Угу. Я вот тоже то хочу попробовать. Эти можно объяснить. Я думаю, что да. И я думаю, что сейчас очень многие тоже считают, что, блин, как классно, что у меня же масса, так сказать, были какие-то, ну не масса, но там иное количество людей, которые подходили. Рита, а как попасть вот в шоу-бизнес? Потому что мы знаем, что вы там чуть ли там не на ровном месте, там выходите, там, и там куча бабла сразу там. А вот как бы нам бы на сцену выйти? У меня были такие продвинутые ребята, которые, слушай, научи меня. Там один там очень хотел продюсером стать. Мы с ним встречались долго, как говорится, резали колбасу, пили кофе. Вот, он такой, причем вроде как-то, ну, были у него какие-то там что-то мелкие бизнесы, он крутил. Сейчас вот хочу стать продюсером, вот что для этого надо? Я говорю, дорогой мой, я говорю, люди пришло на эту жизнь кладут. Я говорю, это, понимаешь, это как бы такой процесс очень нескорый, долго-долго ему объяснял. Да, это все так сложно. Я говорю, ну, дорогой мой, это все как бы, все непросто, это нужно как бы иметь связи, там, ну, все-все-все там как бы объяснял, там, радио, телевидение, как это все делается, там, какие-то. Я говорю, а самое главное, что исполнительно должна быть харизма, то есть как бы человек должен не просто обладать голосом. У меня есть, кстати, тоже такие, вот у меня есть там подруга, который поющий, там сын, вот, и она вот, действительно, прекрасный голос, парень, я с ним занималась, все, и как бы, ну, то есть у меня есть там педагогическое образование, я могу как бы реально научить и как бы помочь там чего-то, что-то раскрыться, как бы показать, но когда у человека кроме голоса больше нет ничего... Должно быть обаяние, должно быть к этому умение как-то и общаться, и как-то держать себя, и одеваться, и, в общем, ну, харизма, одним словом, это комплекс. Это комплекс, так сказать, каких-то необходимых моментов, которыми ты со сцены говоришь, иди сюда, да, как говорила Образцова в свое время, ты должен выйти на сцену и как бы запеть так, чтобы это было «иди сюда, я здесь». Скажите, чем вы можете объяснить появление таких групп и популярность их, как «Ласковый май» или «Мираж»? Ну, как вам сказать, я на самом деле не вижу в этом ничего плохого. Было бы очень скучно, если бы, например, в кино существовали только какие-то серьезные авторские фильмы, а не существовали какие-нибудь там детективы, комедии,
и так далее. Существует некоторый популярный развлекательный жанр, и почему бы и нет? То есть это не мешает? Это просто другое дело. Это разные вещи, понимаете? Немного теплее за стекло, но в злые морозы хожу в эти двери, словно в сад июльских цветов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах я целовать и гладить готов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах я целовать и гладить готов. Белом.